Славянский электротехнологический техникум стал площадкой для проведения регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». За победу боролись лучшие студенты кубанских техникумов. Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» проводится ежегодно. Его цель – выявить талантливых студентов, дать возможность им продемонстрировать свои знания и умения. И, конечно же, научиться новому. Чемпионат проводится в несколько этапов. Победители регионального этапа будут представлять Кубань на всероссийском уровне. Это большая честь и ответственность, поэтому все участники старались выполнить конкурсные задания максимально хорошо. На базе Славянского электротехнологического техникума соревнования проводились по двум компетенциям – обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, а также малярные и декоративные работы. Приехали мы из Сочи на этот потрясающий чемпионат. Чемпионат «Профессионалы». Съехались мы со всех, можно сказать, уголков Краснодарского края. И даже у нас есть гости из Крыма, которые тоже пробуют себя впервые на площадке, на такой соревновательной профессиональной площадке. Ребята трудятся уже пятый день. Все показывают очень достойные, хорошие результаты, все очень стараются. Ну и на самом деле видно, что в будущем профессионалами они станут. Конкурсные испытания проходили в течение нескольких дней. Отделочники выполняли задания по модулям «Фреска на скорость» и «Фристайл». Мастерам необходимо было продемонстрировать свои умения в оклейке стенобоями, выборе цветовой палитры при окрашивании поверхностей, нанесении декоративных штукатурок, оформлении декоративных элементов и многое другое. Завершающим заданием для электриков стало соревнование по оказанию первой помощи пострадавшему от электрического тока. Ребята выполняли задания при помощи специального тренажера. В дохе буду прогибать голову и закрывать нос и произвести два вдоха. Приступаю к следующей необычной реанимации. В прошлом году победителями и призерами регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству на Кубани стали более 300 человек. Ребята соревновались по 83 компетенциям. Итоги чемпионата этого года будут подведены в конце апреля. Анна Монстренко, Георгий Калинин, программа «События».